семье Елены и Николая де Вольт шестеро детей. Третьему ребенку Илье 15 лет. При рождении случилась родовая травма. Врачи говорили не беспокоиться, но потом родители поняли, мальчик отстает в развитии. Несколько раз папа возил его в Москву на лечение. Там медики смогли поднять иммунитет. Илюша теперь меньше болеет. Сейчас ребенок нуждается в дорогостоящем специальном кресле, но приобрести его самостоятельно у семьи возможности нет. Для ребенка нам коляска очень нужна, прогулочная коляска, потому что то, что мы получаем по программе вот раз в 5 лет коляски, они, конечно, очень не крепкие, не прочные. Многодетная семья снимает дом в хуторе Воскресенском и мечтает о своем собственном доме. Решением властей Анапы им выделят земельный участок в Сабанабалке. У Елены и Николая есть идея создать сайт, где семьи Анапы, в которых живет ребенок-инвалид, смогут общаться в открытом доступе. Мне кажется, что вот все-таки нам надо больше общаться вот таким семьям, чтобы обмениваться информацией, чтобы как-то друг друга поддерживать иногда, потому что мы получаемся вот на данный момент, особенно вот в Анапе пока, каждая семья сама в себе. Воспитание особенного ребенка – большой труд, требующий от родителей максимальной самоотдачи. Большая семья де Вольт очень позитивная и дружная. Елена, Николай, Анастасия, Антон, Илья, Павел, Егор и Алина всегда улыбаются, несмотря на все трудности. Все с надеждой смотрят в будущее, что скоро их семью ждут лучшие перемены.